Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Если мы питаемся со стола Божьего, то мы имеем пищу победителя. И таким образом мы можем становиться людьми, которые не просто понимают опасные зоны, и не просто их обходят или боятся, тем более, а которые могут нейтрализовывать зло, которые могут влиять на ситуацию так, чтобы она становилась качественно и кардинально другой. Именно для этого Бог дал нам носить такое имя, как христиане, то есть помазание Божье на каждом, кто имеет отношение с Ним. Я напоминаю, что мы с вами находимся в периоде, когда филистимляне завладели ковчегом, считая, что вот они поработили Бога. Вы знаете, сама по себе мысль, она кажется странной, но однако люди так мыслили, что они смогли своим Богом победить чужого Бога и взять его в плен. Ковчег был образ взятого Бога в плен. Но вот как бы плененный Бог, что он там творит? Разобрался с Дагоном, разрушив его. Жрецы перестали заходить на территорию своего же храма, боясь теперь переступить порог. И в результате осталась еще целая народность, та местность. «И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их, и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестности его. И увидели это азотяне и сказали, да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжела рука его и для нас, и для Дагона, Бога нашего». Надо о Боге позаботиться. Слишком тяжела стала рука. Но когда Бога разрушили, как-то они смирились, просто не стали заходить на эту территорию. А когда что-то стало случаться с самими людьми, вот тут их забеспокоило, какие-то наросты. Что с этим делать? И причем это не у кого-то одного, а это у массы людей. Люди стали от них умирать, от этих наростов. Это мучительно, это болезненно, потому что рука Господа стала тяготящей над ними. Вот в чем, друзья, вопрос и в чем проблема. Оказывается, с Богом-то нельзя шутить. Он за себя умеет постоять. И тогда, когда он допускает что-то в свой народ из-за, опять же, уклонения в сторону, тогда, когда народ израильский стал забывать своего Бога и перестал интересоваться его присутствием над крышкой ковчега, то Господь, да, допускает им другие переживания, но сам в плену оказаться не может. Он всегда на троне, он всегда царствует, и он легко разбирается с теми, кто пытается противостоять ему. Я думаю, что нам на самом деле, как разумным людям, важно оказываться в позиции людей, которые знают своего Бога лично и выстраивают с ним взаимоотношения с утра раннего. И сегодня, когда наступил новый день, ты можешь сказать: «Боже, я принимаю этот день как твой дар. Я хочу в нем не поклоняться чужим богам, а служить Тебе, и Ты помоги мне не пропустить ни одной возможности, которую Ты будешь давать. Я хочу, чтобы вы осознанно с Богом могли говорить так каждый день, приглашая Его на старте дня и в течение дня видеть Его руку над собой, потому что Он недалекий Бог. Он не Бог, который в плену. Он не Бог, который в равнодушном отношении к своим детям. Нет. Это Бог, который хочет выстраивать с нами отношения. Это тот Бог, который называет нас своим именем. Это тот Бог, который говорит: «Вы мои дети, вы мои представители на земле. Я хочу, чтобы вы знали, что мое сердце, оно с вами, что моя жизнь для вас, и мои источники, они открыты, но для тех, кто туда идет, вычерпывать». Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем сейчас молиться к Тебе и просить вот о таких взаимоотношениях на каждый день нашей жизни. Чтобы это не было что-то далекое или забытое, а пусть это будет тем каналом, по которому течет жизнь и жизнь с избытком, по которому течет Твоя святость, мудрость, ведение, защищенность. И я благодарю Тебя за каждого человека, с кем Ты даешь сегодня иметь эти взаимоотношения через волны эфира. И пусть эти волны наполняются жаждой по Тебе. Пусть эти волны заполнятся Твоей мудростью. И каждый человек захочет иметь отношения с Тобой больше, чем имел до сих пор. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания.